Донбасс – это тоже Россия. А это мое дело, потому что я уже занимаюсь много лет благотворительной деятельностью. В основном она природоохранная, экологическая. Вот. Вот. И здесь людям очень сильно нужна помощь. Это важно, потому что люди в прямом смысле этого слова просто находятся на грани выживания сейчас. Единственное, что их поддерживает, это вот эта благотворительная деятельность. Вот, соответственно, у людей благодаря этому может появиться шанс дожить до более благополучных времен и опять принять участие в социальной и экономической деятельности нашего общества. Было страшно ехать, очень страшно ехать было. Вот. Я, если честно, ожидал, что тут можно даже... вплоть до того, что оставить здесь тело, потому что... это реально здесь вполне возможно может случиться, потому что обстрелы каждую ночь происходят. Вот. Поэтому это действительно не такая опасность, действительно есть. Вот есть такая хорошая поговорка: жить как навозный червь, все равно, что копаешься в дерьме, зато сытый и в тепле. Человек, который живет который не вдохновлен какой-то идеей, более высокой, чем просто потреблять для личного пользования, а такой человек просто теряет самого себя, теряет веру в жизнь, в добро. Дорогие друзья, совет для всех начинающих: начните. Просто начните сейчас, иначе обстоятельства, судьба, она вас в любом случае заставит это делать. Поэтому лучше, чтобы, так сказать, не было мучительно больно, лучше начать прямо сейчас это делать.